Никакого телефона. Уроки сделать и все. Это мало. Давайте орать не будем. Да, будем. Всякое тут интересное. Вот это вот очень интересно. Но сколько можно уже с этими пауками? Где? Очень обидно, очень жалко, что посылочки еще не все дошли. Мы заказывали с сайта Билли Айлиш. Вот она голова. Привет, ребята. И сегодня мы для вас снова снимаем влог. Мы только что пришли со школы. И сейчас мы будем кушать пирог, который мама испекла. Да, но оно уже... Блин, ну я хочу кушать. Кто там? Никого. Никого. Может быть, это было? Что она бегает? Что в школе было интересного рассказывать? Мы это, косметичку делали. Труды были? Угу. Что за косметичка? На лагерь. Какой лагерь? Мы в шестом же классе были. Так ты же еще не в шестом. Я знаю, но мы делаем косметичку для лагеря. Всем привет! Смотрите, какой цветочек растет. Он уже вырос или нет? Или вообще это другой растет? Или это все зернышко? Это зернышко. Вот оно там. Это Каролина выращивает, да. А, ей нужно потом отнести? Нет, лучше надо отправить фотку. Отправить фотку? Да. Форма М. Я сейчас буду делать уроки. Да. А потом я хочу играть в Roblox, но мне не разрешают. Уроки делай. Вы плохо себя вели сегодня, никакого Роблокса. Никакого телефона, уроки сделать и все. Да, ребят, девочки ведут себя иногда плохо. Не иногда, всегда, да. Не, ну бывает такое, что прям вот переходят границы. Поэтому сегодня без телефонов. А это не уроки? Ей читать надо. А почему ты музыка? Тебе уроки надо? Тебе уроки надо? Уроки делать надо? Давай делай. Да. Пирожочек наш испекся. Аккуратненько сейчас. Опаля, все. Готово. Немножко откололось. Так, сейчас посыпем этой сахарной пудрой. И все. Все, пирожок убираем. Сейчас он остынет немножко и будем кушать, хорошо? Угу. Чай надо включить. Включай чайник. Вот здесь пока стоит. Включайте чайник. А так столько хватит? Нет, наливай еще. Там этот вылей и новый налей. Сколько можно уже с этими пауками? Где? Вот это? Это не паучок. Ну то же самое, как ты там. Это какой-то жучок. Я вчера вон там на потолке, знаешь, какого большого поймала? Но я его выпустила. Мама, там. Где еще? Там. Там. А, ну такие маленькие они. Ну там лапы большие. А, ну это такое-то. Я не знаю, как они заходят к нам домой. У нас вроде все закрыто, мы ничего открытым не оставляем. Они через какие-то щели, через какие-то дырочки, я не знаю, проползают. Каждый день мы находим паучков. Каждый день паучки у нас ползают везде. Я вчера испугалась прямо наверху. Я такая сначала подумала, что это муха. Я такая поближе подошла, а он такой большой. Все, был пирог и нет пирога. Смотрите, какой кусочек остался. Почему вы только с манго едите, а с яблоками и с какой-нибудь ягодой не едите? Яблоки невкусные. Яблоками тоже вкусно. Это куда? Смотрите, разобрали весь пирог. Это мало. Давайте орать не будем. Да, будем. Маргарита, отрежь ей кусочек маленький. У тебя большой сильно. Давай, давай, туда. Зизи. Зизи. Ты второй ешь? Третий.
Он мне серьезно, смотрите, нет пирога. Вот только испекла и все. И пеку. Ну хорошо, папа его не увидел, а то папа бы ругался. Ты же на 6 пирогов взять. Да, конечно, конечно. Зюзик. Папе нельзя. Значит, ты ебой. Зюзик, он тебя зюзик. Смотрите, ребят, у него такая расцветка интересная. У него внутри, вот там темная шерсть. А на кончиках, ближе к кончикам, светлее. Больно. Интересно. Ты будешь кушать, да? Давай, давай. Кушать, кушать, Бонни, кушать. Кушать, Бонни, кушать. Кушать. Иди кушай, быстрее. Ну что, ребят, мы сейчас будем упаковывать уже Ксюше подарочки, потому что завтра уже день рождения. Да, так, значит, это одна коробка у нас здесь. Заказывала я из разных сайтов. Всякое тут интересное. Вот это вот очень интересно. Но вам пока не покажем, чтобы вы смотрели в следующем влоге. Она будет открывать. Так, это панамочка. Вот я не знаю, она такая огромная. Ну-ка, померяй ее. Она вообще-то одного размера, но я ее так открыла, и знаешь, она даже мне большая была. Странно. Ты еще не стерла свои пятна на лице? Это мы, ребят, не пугайтесь, это мы видео снимали сейчас в лайке. Это не прыщи. Да, это не настоящие прыщи мы рисовали. Нормально? Да. Нормально? Это же защищается от солнца. Это нормально, она так должна быть. Да? Хорошо. Большая. Чтобы она у нас не ходила в зимних шапках, мы ей подарим это, панамочкой. И не одна панамочка. Здесь тоже еще одна есть. Вот заказывали в Бершка. Вот такая вот панамка классная. Смотри. У нее носки такие. Это немножко поменьше, да? Другой фасон. Это другой немножко фасон. Вот, поэтому... Давай ее отдельно, наверное. Или сразу туда две положи вместе в пакетик. Ксюша же знает, что ты заказала эту. Ну, я показывала, но она не знает, что она приехала уже. Я говорила ей, я показывала, что хочу такую купить. Это шорты. Это, по-моему, нет. Да, у тебя такой топик. Это Ксюшки. Она любит у нас клеточку. Это мы сюда. Так, ну это все у нас будет в одной коробке лежать, там очень много всего. И... Ксюша, еще подарю мою футболку. Да, это не футболка, это толстовка. Маргарита решила подарить Ксюше вот эту толстовочку, так как... Маргарите она нравится, конечно, да, но... Да, я не ношу. Да, Ксюше она больше нравится. Смотри, толстовку эту мы тебе подарили на день рождения, а ты теперь ее даришь Ксюше на день рождения. Ты ее отдельно запакуй. Не в коробку не положим, ты ее отдельно сама подаришь. Ладно, хорошо? Она чистая? Да. Угу. Потому что Ксюшка ее очень часто носит, надевает, поэтому Маргарита решила ей подарить. Очень обидно, очень жалко, что посылочки еще не все дошли. Мы заказывали с сайта Billie Eilish. Мы заказали поп-сокет Billie Eilish с ее значком. Мы заказали ей цепочку, да, с человечком. Представляете, уже месяц прошел. Я заказывала 13 апреля. Да, я заказывала 13 апреля. Сегодня 13 мая. Целый месяц и еще не дошло. Еще плюс заказали ей маску. Тоже Billie Eilish. Она маска на лицо. Зеленого неонового цвета. И вот я, конечно, да, я очень расстроилась, потому что я заранее, ну, решила купить пораньше, потому что я надеялась, что как бы, ну, дойдет за месяц. И она даже за месяц не дошла, представляете? Ну, не ладно. И она из Германии? Нет, с Америки. Все оплатила, все купила. Все есть там, все оплачено. Видно, что я оплатила. Еще не дошло, не знаю. Ну, вот сейчас доставка такая. Поэтому жалко. Но все равно дойдет. Так что немножко попозже получит она свой подарок. Все, коробочку одну упаковали. Давай, убирай ее. Куда? Ну, в сторонку. Теперь кофту.
кофточку. Сколько вы уже не ели Макдональдс? Ой. Месяца два, да? Не, больше. Больше даже? Да. Месяца три? Я тоже хочу такую рамку. Ага. Вот. Это что такое? Что за игрушки? Вот. А, брелочки? Угу. Я тоже хочу такую рамку. И это Мак, и это мне. Это лягушка. Уже Ой, были же такие игрушки? Собачка. Что-то да, голова поехали. Такая... В общем, мы хотели купить шарики. Ксюша, закрыто Дай. Все. Поели? Все съели? Будем снимать лайк. Лайк? Можно у тебя один возьму? Да. Чикен наггетс. Мак не хочет. Не хочет, то оставь. Так. Мне нужно делать тортик. Я картошку возьму. Возьми. Я тортик буду делать. Мастику белую. Но я ее покрашу. Зеленый и черный цвет. Нет, черный не буду. Yes? Так, еще взяла вот такие штучки. Классно, да? Да, это очень круто. И вот панакота. Панакота, видишь? Будем панакоту завтра делать. Так, ну что, ребят, печется у меня здесь второй коржик. Один я уже испекла. Вот он здесь. Разрезала его пополам и пеку еще один. Он уже поднялся и варится у меня здесь крем заварной. О, как раскручивается кастрюлька. Варится кремик. Идем спать. Так, во сколько тебе утром? В 7:30? Не. А, да, иди в школу в 7:30. В 7:30? Тогда я должна встать в 6:30. Угу. Хорошо. А ты что, сюда повесила? А тебе не нужно в школу отдавать? Нет, я в школе уже делала. А, это ты себе сделала. Мы делаем в школе тоже так. Угу. Понятно, это птички такие, ребят. Может быть, сразу непонятно. Нужно бы им было вот тут лапки нарисовать, Маргош. Да, у меня никак не получалось. Давай я тебе нарисую потом. А то непонятно, как будто, не знаю, какие-то груши. Еще я завтра это буду... Вот лапки, если не нарисуешь, тогда будет понятно. Угу. Все? Спать? Завтра подарочки открывать? Когда будешь открывать? Потом? Когда со школы придешь или папу подождешь? Или когда? Не знаю, как ты хочешь. Ну, как ты хочешь. Нет, я не знаю. Ну, кто как? Тортики, свечи, это мой день. Горы подарков, это мой день. Море улыбок, куча друзей. И танцы все для гостей. В мой день рождения вокруг все друзья танцуем вместе. Нам скучать нельзя. В мой день рождения вокруг все друзья танцуем вместе. Нам скучать нельзя. Танцуем вместе. Вот она голова. Все. Вроде похож. Теперь нужно как-то еще здесь что-то украсить. Сейчас посмотрим. Подумаю, что еще сделать. У меня еще осталась мастика зеленая. Может быть, еще какие-нибудь здесь фигурки вырезать. Даже не знаю. В общем, здесь белая, сверху мастика. Вот эту зелененькую я сама покрасила пищевым красителем. Вот, теперь нужно еще что-нибудь. Может, буковки вырезать. Но буковки тяжело будет вырезать. Время уже пол первого. В общем, мне осталось написать еще одно слово. И все, будет готово. Я думаю, я так оставлю. Тут я уже обвела. Сейчас вырежу ножиком. И приклею. Приклею буквы. Все, ребят, убираю тортик в холодильник.
пошла я отдыхать. Уже час ночи. Так что увидимся с вами в следующем блоге.